Почти три века на страже закона и защите прав жителей. Итоги прошедшего года подвели на торжественной коллегии прокуратуры Самарской области, а выявили 85 тысяч нарушений прав и свобод. В суд направили 14 тысяч исков. С профессиональным праздником сотрудников надзорного ведомства поздравил губернатор Самарской области. Если мы вместе будем работать, то я уверен, абсолютно уверен, у нас такой потенциал у Самарской области огромный. Мы можем область сделать очень быстро такой, что мы сами будем гордиться, и те, которые будут приезжать, будут приятно отзываться потом о нашем крае. Лучшие из лучших получили благодарственные письма от главы региона. Областная прокуратура активно взаимодействует и с губернской думой, и с главным федеральным инспектором по Самарской области. Работа выстроена и достаточно эффективно. Я постоянно провожу приемы, и в этих приемах, как правило, принимают участие ваши представители, заранее изучившие ситуацию, вопрос, и этим самым оказывают существенную помощь и поддержку. Мы обязаны оправдывать доверие граждан к прокуратуре, принципиально принимая меры восстановления нарушенных прав. Ведь вся наша работа направлена на укрепление веры каждого человека в силу и верховенство закона. 56 сотрудников и ветеранов прокуратуры региона получили награды от генерального прокурора страны. Знак отличия за верность закону вручили прокурору Советского района Самары. 18 лет Дмитрий Попов на службе и до сих пор влюблен в профессию. Каждый день мы разрешаем десятки заявлений по самым разным вопросам, привлекаем к проверкам контролирующие органы. И, конечно, когда в результате нашего вмешательства восстанавливаются нарушенные права, это самый лучший результат нашей работы. И сегодня ведомство остается верным традициям, но время ставит и новые задачи. Основные усилия направлены на защиту малоимущих, льготников, обманутых дольщиков, предпринимателей, на борьбу с коррупцией. Марина Кравцова, Василий Колдашов. События.